Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что, прямиком на рынок. И открываем с тобой колоду. Монеты Одина. Забираем. Так, и смотрим, что нам здесь. Лаварык, Громель, Водорез. И просто ресурсы. Так, сразу же предлагаю открыть следующий пак. Монетки Одина. Давай что-нибудь хорошее, а? Да, дудки там. Хорошие тебе дадут, ага. Держи карман шире. Так, заберем тогда здесь яйцо. И кто у нас тут? Песчаный призрак, редкий. Так, мы его, наверное, разместим, да? А лучше я, наверное, его в ангар отправлю. Да, пускай он там сидит. Зеленая смерть. Что-то нам притащило, покажи, пожалуйста. Коралл и 104 тусклого янтаря. Ладно, пускай идет дальше она. Искать для нас ресурсы. Так, а здесь у нас что? По-моему, редкий пак. Да, именно он. Древоруб, крылатый ужас, лаварык, водорез. И все? Это из редкого пака так мало чего выпало нам? Ну это да, ребят. Вообще скромненько, согласись. Так, блестящий янтарь я забираю. И хватает у меня, да? Для следующего. Так, ладно, давай дальше здесь заберем с тобой. 25 тусклого янтаря, плюс еще 75 и что-то еще есть. Ага, 50 цветочков Фреи. Замечательно. Так, теперь давай здесь выполним. Что у нас тут? Фигня, 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 фигня. Да, Беззубик, ничего ты мне сегодня не нашел, к сожалению. Давай отправим его дальше на поиски, пускай ищет. А я столько заплатил гемов, да? Ух ты, жгучий искр, рыбий хвост и сумрачный шквал. Слушай, давай отправим, а, на поиски. Сколько стоит? 130? Фиг с ним, заплатим. Пускай ищет, а вдруг найдет. Так, какой уровень? Вечнокрыл получает у меня... Ой, вечнокрыл. Ветрокрыл получает у меня 37 уровень. Пускай идет дальше, прокачивается. Так, здесь у нас тоже 46 уровень. Иди, тренируйся. Так, древесина. А, нам нужно его, ребята, отправить на обучение. Пускай летит. А чё же он у меня тут стоял, дурковал-то все время? Так, а тут что-то забрать мы можем. Сундук, 6-й день. Ага. Все, понял. А в этом сундучке? Ну, так себе награда на самом деле. Приятно, когда руны получаешь. Вот это да. Давай заберем здесь 5 рун. Плюс 60 цветочков Фреи. Так, наездник, что у нас тут? Еще 150 цветочков Фрей. Ну, слушай, это неплохо. Это очень неплохо. И идем с тобой сюда. Какая еще загрузка, необходимые данные? Что еще за фокусы, я не могу понять. Так, отправляем, короче. Доброта пускай будет. Бесплатно. Так, здесь что? Шестеренки. Ну, давай тогда лодка. Да? Пускай летит. Бесплатно. Угу. И следующий у нас кто идет? Громгильда. 6 рун нам выпадает. И мы отправляем его в пещеры. Так, ну что, Кривоклык? А, ты у нас вот что, янтарь? А, нет, яйцо. И что же нам выпадет? Либо яйцо, либо руны. И выпадает нам руны. Сколько штук? 7.
Ну давай в приключения. Отправляем его, да? Пограничная пещера. Все, полетел он, короче. Пограничную пещеру. А у нас еще, да-да-да, дневная фурия. 50 тысяч древесины. Блин. Ладно. А мы с тобой забираем 100 рун. Отлично. Давай-ка мы тогда дальше с тобой отправим, наверное, да, нашу фурию. А зачем мы ее будем отправлять? Она сможет... Погоди-ка секунду. Погоди. Мне показалось. А, ну это у нас уже есть песчаник, это костолом. А так бы она могла бы это все найти. Если нам ее, например, на прокачку отправить. Полетит? Полетит, конечно. Куда она денется-то? Ладно, здесь забираем с тобой древесину. Да и здесь тоже можно забрать. Отлично. Так, есть что-нибудь на обмен у вас? Да ну хорош. Лопата и четки. А что мне нужно? Блин, не туда нажал, ребят, сори. Мне нужно вот здесь посмотреть. Вечно крыл. Слушай, а нам не нужно, ребят, ничего. Нам нужны вот эти вот флаги. Ну и колокольчики, как ты понимаешь, да? А колокольчики так просто не получишь. Угу. Вот тут нужно обменять. А не хватает нам с тобой ракушек. И не хватает гребешка вот этого. Ну что ж, придется ждать и ракушки, и гребешка. События у нас до сих пор еще только выживание. Ну, ребят, я сюда не пойду, хотя кто-то из подписчиков написал: бери 3 хилов. Мне кажется, ребят, это не спасет. Не спасет ситуацию с 3 хилами. Разнесут в хлам. Просто в хламину. Тем более у меня, по-моему, 3 хилов нету. А то, что предложили мне взять сардельку 10 уровня, ее разнесут моментально. Он даже пикнуть не успеет, понимаешь? Так, у нас с тобой что-нибудь есть вот здесь вот? Кроме рыбы, древесины. Оу. Давай открывать. Так, содержит арена 6. Ну-ка. Шипорез, громоль, костолом. И все? Так мало. А это что за новый набор жетонов? Содержит элитных. Ну, давай посмотрим. Крылатый ужас, шипорез, древоруб, шторморез, водорез, громорог. И все, да? Это и есть элитные? Да, содержит элитных. Оу. Так, подожди, что это такое? Новинка. Охранитель. Получите нового дракона в плане. Что это такое? А, это же у нас, ребята... Мы же награды получили. Мы же награды получили, помнишь, за 7 дней. Я думаю, откуда у нас это все лежит? Охранитель эксклюзивный. Разместить в ангаре. Так. Да-да-да-да-да. Вот оно откуда все эти призы. Значит, мы с тобой забираем янтарь. 3 штуки блестящего. Что у нас там еще? Так, руны 250. Слушай, неплохо. Очень даже неплохо. И 2 набора карт. Необычный набор. Рыба. Так, кто-то у нас там есть. Это водорез. Водорез у нас, по-моему, такой есть, да? Есть, и мы его отпускаем с тобой. Пускай летит на волю. Так, новый набор карт. Смотрим. Редкий. Ох, ё, 750 рун, не кисло. Флаг, шестеренка, гребешок, который мне нужен. И сладкая смерть. Да, друзья мои? Вот и не надо мне ее искать. Она ко мне сама выпала. Отлично просто. Так, мы ее сразу получаем, да? И сразу же еще и в ангар ее отправляем. Шикарно. 2 новых дракона сегодня, друзья мои, мы получили. Так, ну что, а теперь, наверное, можно спокойненько идти. Так, подожди, идти.
Стой. Подожди, у нас с тобой здесь что происходит? Три, да, прокачки идут. Ага, значит, прокачивается кревет, ветрокрыл и дневная фурия. Хотя на самом деле... А где у меня... А, тот пошел у нас получать титана. А этот что? Сидит тут, притулился. Вот кого надо было идти прокачивать-то, ё-моё. Друзья мои, мне же нужен громобой 60 уровня, я совсем забыл. Да он тут сидит в закутке, его и не видно было. Я и забыл про него, если честно. Это сколько нам получается надо? Еще троих, да? То есть громобой, надо еще остальных подтягивать сюда. Будет. Ну что, мы с тобой, наверное, отправляемся на арену. Нам нужно всего лишь победить здесь 20 драконов. Это не так уж и много, поверь мне. Давай посмотрим, кого нам дадут для начала. Два синих. В принципе, синий для нас это не страшно, мы их разберем. Так, давай. Два синих. Шипорез и Хофер. Ну, попробуем. Так, Шипорез, что ты там думаешь? Ага. Будем бомбить. Что ты тут? Ай, понизил атаку, а? Ты посмотри. Бомбим. Так, этот сейчас будет разбегаться, по кому достанется удар. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, Хофер будет следующим ходить. Ходи. Убей Шипореза. Никак не получается. Блин. Уничтожают нам, короче, ребята, скорее всего, Барсика. Ну что же, будем тогда делать по-своему, да? Уничтожаем, конечно же, Хофера. А сами будем брать Костолома в оборот. Да-да, именно его. Пускай он со своим разбегом тут уничтожает всех вокруг. Налево и направо. Ну давай, беги. Молодец, красавчик. Бумс. Огрел, а мы добьем. Ну что же, продолжаем атаку. Ай-яй-яй. Промахнулся парень. Давай дальше слепоту на него и продолжаем бомбить. Раз. Два. А вот уж дудки. Так, слепоту пока не надо ложить. Ну что ты там надумал? Разбег, ну конечно же, друзья. Ну как же он без разбега? Он без этого просто жить не может. Секунду, чуть было ошибку не сделал. Роковую. Сейчас хотел его кусануть. Ага, он хиляется. На ничью, что ли, опять тянет, а? Неужели... Да, ребята. Он тянет на ничью. Ёлки ты палки. А добить? Ну-ка. Он не успел. Да, друзья мои, мы его все-таки успели прижучить. Какой нам пак тут выпадет? Обычный. Жаль. Ну что, друзья мои, тут у меня два красных дракона плюс один зеленый. Ну что, будем пробовать, наверное, все-таки кривоклык валить. Я не знаю, что из этого получится. Ну что-нибудь да получится. Ай-яй-яй, больно. Так, сейчас этот будет ходить. Естественно, ветрокрыло будет бомбить. По идее, так должно быть. Угу. Так все и происходит. Блин, нам нужна массовая атака, ребята. Какая именно? Желательно сон. Вот у Барсика вообще фигня, а не атака, на самом деле. Так, тут мы ходим, да? После всего этого ходит Барсик. Если ветрокрыл выживет... Я надеюсь, выживет все-таки. Нет,
ребята, не выжил. Прикинь, он не выжил. Ё-моё. Ну и как тут быть? Как тут быть? Раз, два. Он красный. Если мы его возьмем под свой контроль, друзья мои. Если возьмем. Вау. Ну, это сейчас ударит. А, вон как сделалось. Слушай, мы с тобой вот так, наверное, сделаем. Почему, ребята? Потому что если он будет делать свою суператаку, хотя я почему-то не уверен, что он ее будет делать. Ну, бомбить нам нужно зеленого, в любом случае. Так, мы его убьем, да? Давай, укусим. Этот будет сейчас разбег делать. Вот мы и потеряли Барсика с тобой. Ну, тут уже все понятно, да? Берем под контрольку этого. Он разбегается, уничтожает. В плане. Ты что делаешь, олух? Ты совсем, что ли, припух? Уничтожай, говорю, его. Ты смотри, что творит, а? Ты смотри, что он вытворяет, а? Я в шоке, если честно. Ну, нас тут разобрали, по ходу дела. Угу. Я просто, ребята, офигеваю, что этот хмырь стал хилить, а не атаковать. Ну, тут у нас солянка. С этим у нас все немножко попроще получается, потому что, естественно, атакуем с тобой громорога в первую очередь. Уничтожаем его, да? Да что ж такое-то происходит, а? 13 уровень. В принципе, ничего сложного не должно быть. У нас вечно какие-то проблемы. Так, громорог буквально уже, ребята, все, готов, да? Творит-то дичь какую, а? Ты посмотри. Так, ну сейчас мы его добьем. Сейчас мы добиваем. После этого мы с тобой, наверное, вот этого будем все-таки бомбить. Хотя лучше в сон. Да, мы их лучше усыпим. Бай-бай. Так, атаковать будем этого сначала. Сейчас что-то будет нехорошее. Три фаербола, да? Мы выжили. Хе-хе-хе. Убиваем. Ну, а этого, ребята, мы сделаем чуть попроще. Мы его будем брать в слепоту. Слушай, а вот это кто будет ходить? Мой или его? Не знаю, давай вот так сделаем на всякий случай. Зачем я так сделал, ребята? Какой отхил? Все, ветрокрыл, прости. Хотя нет, он начал атаковать Барсика. Зачем я начал хиляться, ребята? Ведь мне же нужно было слепоту вешать, а для этого нужна энергия. А я ее потратил на отхил. Ну, слава богу, все обошлось. Ну что, если мы с тобой подбиваем этих трех драконов, то пак вождя будет у нас в кармане. А начну я, пожалуй, с прихвостня. Тут 15 уровень, блин. Если он поджарит нас, мало нам не покажется, это точно. И это тоже хорош со своим разбегом. Так, ладно, сейчас будем, если что, по возможности... А, на сон у нас не хватит. А вот сейчас, по-моему, будет жаркое из нас. У него энергии хватит для того, чтобы полыхнуть. И он это делает. Сейчас урон будет офигенный. Так, что мы будем делать? Ну, спасибо тебе, Кривоклык. Уничтожил, красавчик. Ну, кого? Понятно. А ты что будешь делать? Вот так. Барсик. Так, сейчас кому-то будет крышка. Хотя нет. Вот так вот мы с тобой. Подожди, какая атака? В слепоту. Он будет разбег делать. Будет же. Красиво. Сейчас своего кореша. Бумс. Ну, а мы с тобой из-под тишка его добьем. И потихонечку будем бомбить Костолома. Костолом опять разбег будет делать. 100%. Блин, я удивлен, конечно, что тот Костолом стал хилять. Это очень
Редко так бывает. Ну, ему уже деваться некуда. В любом случае мы его будем под слепотой бомбить. Да вот, конечно, ага, разогнался. Атакуем. Здесь атакуем. Ну что, ты его уничтожишь? Ну, да, кританули. Ну что, ребята, первый пак вождя мы с тобой сейчас заберем. Ну что, пак, дашь мне кого-нибудь сегодня легендарного? Ареновского. Лаварык, Громель, Водорез, Кривоклык. Не дал. Пожадничал. Хорошо, двигаемся тогда с тобой дальше. Опять два фиола и синюха. Ну, я думаю, мы справимся здесь. Так, с кого? Душитель, значит, да? 14 и 15 уровень. Начинаем, как обычно, с душителя. Блин, вот если бы ветрокрыл был бы у меня 14 уровня, мне было бы немножко проще все-таки справляться здесь. 11 уровень, ну, слабоват он. Как ни крути, слабоват. Так, душитель сейчас будет кому-то, как всегда, мозг выносит, а? И этот еще тут подключился. Ой, ушатаем, нет? Нет, не ушатаем. Так, кому сейчас прилетит? Ветрокрылу. Да что ж такое-то, не добьем, да? А может быть нам взять? Да нет. Не кританули, я думал, что сможем все-таки добить его. Барсик, пока. Тебя уничтожают. Я почему-то этому не удивлен. Ну что же, ветрокрыл и кривоклык, я думаю, здесь смогут неплохо повеселиться, если честно. Начнем вот с этого халабуды. В плане. Оу, он еще и косорылый. Ну что же, это его проблемы. Пока этот спит, мы будем с тобой заниматься этим хмыренышем. Так, получи и распишись. Так, этот у нас очнулся. Но, как говорится, зря, да? Потому что мы его все равно в любом случае распишем. Под слепотой он будет наш. Так, и получается, там 3 дракона, здесь это уже 6. А нам нужно 10. Еще 2 боя придется сделать, да? Ну-ка. Что ты там? Ой-ой-ой. Зачем ты так делаешь? Друже, зачем? Скажи-ка мне на милость. Тебе же все равно крышка. Тебе здесь уже ничего не поможет. Ты один. Ты слепой. И почему-то он ходит по 2 раза. Замечательно, да? На тебе. Чтоб не зазнавался. Ё-моё. 14, 14 и 15 уровень. Блин, плохо. 2 костолома. Ребят, 2. То есть они меня тут просто могут одолеть своими разбегами. Что будем делать? Ну, громорога по-любому надо уничтожать. Тут как ни крути. Он сейчас будет бафать. Он будет бафать, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это плохо. Это плохо. Это, я бы сказал, очень плохо. Блин, только он, наверное, вот так нам поможет. Надо будет разбираться хотя бы с одним из костоломов. И это, наверное, будет зеленый. Хотя, блин, красный. Давай, наверное, все-таки красного будем бомбить. Нет, 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 нет. Твою же дивизию, а. Этот лишь бы не проснулся, а то будет нам тут с тобой веселуха. Пока еще спит. Он спит, пускай и спит, ребят. Опа, ветрокрыла мы лишились. Ну что, придется вот так вот делать нам. А другого варианта нету. Он сейчас будет разбег свой делать. Но так как он слепой, попадать он по нам не будет. Но нам придется его разбирать. А зеленый очень тяжело на разбор. Ну что, просто удар. Так, мы бомбим. И опять же ослепляем его. Окей. Опять будет разбег делать. Естественно, как только у него появляются 4 энергии, он тратит их все на разбег. Так, ну что ты там, халабуда? Вот как ты делаешь, да? Ну тогда получи и распишись.
Так, ребята, ну что, получается 6 драконов, да? Побеждено. Так, а здесь у нас 16 уровень есть. Это плохо. Это всегда плохо, когда есть враги очень сильные и крепкие. Но тут и 16, и 15, и 14. Но фиолетовые-то ладно, они, в принципе, только по синим могут делать урон хороший. А вот этот вот по красным, да? То есть он будет бомбить мне, естественно, кривоклык. Промахнулся, смотри-ка. Слушай, это хорошо, что не промахивается. Ну-ка, ты тоже, хотел сказать, тоже промахнись. Добиваем. Так, барсик вражеский ходит. Слушай, мы можем усыпить. Я, наверное, усыплю их сейчас. Разберем с тобой барсика в первую очередь. А этим уже займемся попозже, после того, как разберем здесь. Я думаю, это оптимал, да? Скорость он себе повысил. Он думает, что это его спасет. Нет. Это тебя не спасет. Теперь вот так делаем. Ну и все, он наш целиком и полностью. Тем более слепота. Слепота прям как лепота, ребята, работает. Ой, ну что ты там? Вот тебе последний удар. И мы идем дальше. Ну а здесь, как ты видишь, блин, даже 16 уровень есть опять. Это плохо. Ну, бомбить надо все-таки душителя, мне кажется, да? Блин, этот будет бомбить. И будет он, конечно же, кривоклык уничтожать мне. Сейчас они сходят вдвоем. Потом у нас будет шанс. Че? Да ничего. А че это вы... Не понял, а почему они переключились все вдруг? Погоди-ка. Как тут сделать-то лучше? Блин. Ладно. Попробую так сделать. Все. Так, они вдвоем ходят. Раз. Этот кого будет бомбить? Ветрокрыло? Нет. Можно усыпить, но мне это невыгодно. Мне лучше вот так. Что? Я хотел просто... Я хотел просто, ребята, ударить. Хотел просто ударить, и он почему-то врубил сон. Сейчас добьют, мне кажется. Ну да. Или же мы его, или он нас. Мы его, да? Прекрасно. Этот очнулся. Мы его ударяем. Так, и слепоту. Вроде бы повезло нам. Выкрутились все-таки с тобой мы из этой паршивой ситуации. На тебе. Так, наверное. Ну да, повесим опять слепоту на него. Разбег, разбег. Промахнулся, это понятное дело. Ну вот смотри, делай выводы, что Костолом зеленый 15 уровня вот настолько силен. То есть, ну, достаточно сильный и крепкий. Так что есть смысл, наверное, его прокачивать. Так, ну а тут победа. Ну а вот он, пак вождя, второй. Последний на сегодня. Чудовище, шепот смерти, громобой, древоруб, злобный змеевик и кривоклык. Второй раз он, кстати, нам выпадает сегодня. Из первого пака выпал и из этого. Ну и получается, что пока все, да? Получаем 10 рун, используйте ускорение, примите. Кстати, мы давно с тобой не были на защите Олуха. Вот что я заметил. Надо будет как-нибудь сходить. А здесь у нас... Ничего полезного нету. Я хотел, знаешь, что сделать? Немножечко прокачать наших новых дракончиков, которые у нас только-только появились. Они там первого уровня. Как ты выглядеть будешь? Подожди-ка. Вот он как выглядит, ребят. Так, следующий. Да подожди ты.
Следующий у нас вот идет. Песчаный призрак. Вот так вот он выглядит. Тут у нас дрожжезуб. Окей. Так, и охранитель. Ох, ничего себе. Он выглядит, кстати, прикольно. Классно он выглядит, охранитель-то. А это у нас тоже еще малыш, да? Туманная напасть. Ну че ж ты, вон как он выглядит. Как этот, морской конек. В плане шторморез. Тоже первого уровня он у меня был. Хе-хе-хе, такой. Ну, а остальных пока мы с тобой вроде бы видели. Крылатый страж. Прокачивай, говорят, прокачивай вот этих редких всяких, да? Друзья мои, у меня ресурсов не хватит, чтобы их прокачивать. Мне нужно сейчас 8 драконов 60 уровня. Как бы сейчас мы делаем акцент именно на это. А потом, да, потом будем прокачивать и остальных. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду заканчивать это видео. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!